Ну что, Данила, вкусная была пицца? Вкусная, но мало. Ну ладно. А хочешь, мы теперь из этой коробки сделаем дартс? Давай. Давай. Коробочка как раз хорошая, белая у нас из-под пиццы. Мы на ней нарисуем мишень и в нее будем метать дротики. По-моему, это будет здорово, да? Да. Ну, для начала нам надо найти центр этой коробки. Знаешь, как центр будем искать? А как? Вот катушка ниток. Держи прямо вот здесь на уголочке. Так, а я держу вот здесь вот на уголочке. Теперь я возьму карандашик и где-то здесь посередине вот так вот вдоль ниточки проведу. Вот, а теперь давай вот этому уголочку нитку тащи. Так. И вот так. Вот мы нашли середину коробки. Вот это центр. Да, это центр. И теперь в центре мы можем циркулем нарисовать кружочек. Циркуль у нас, конечно, хилый, но ничего, да? Давай вот так вот. Раз. Это у нас будет яблочко. И кто в него попадет, будет самым крутым. Но давай-ка сделаем мишень посолиднее. То есть сделаем не один центр, а как в настоящих мишенях, сектора приближения. Проведем еще вот такой круг, да? Кто попадет сюда, тот будет молодец. Сюда супер молодец. Но еще давай для самых таких не очень мозливых, попадуных, но слабых. Вот такой еще круг сделаем. Да? Вот так. Хорошо, да? Хорошая мишень получилась? Да. Но, по-моему, чего-то не хватает. Обычно на мишени есть перекрестие. Ну-ка, давай линейку к центру прикладывай. Но только, сынок, не по диагонали. Давай поперек. Поперек будет интереснее. Давай вот так поперек выравниваем. И сделаем вот такие линии. А теперь давай вот так вот, чтобы было перекрестие. Поперек ставим. Да, настоящий. Да, и будет настоящая мишень. Вот так вот. Раз. Раз. Вот даже так. Можно еще баллы отметить. Можно. Ну, а теперь не мешало бы нам центр этого кружочка взять и заштриховать. Ну-ка, давай, штрихуй, чтобы он был черным, потому что в черное яблочко как раз хорошо попадает. Да, я тебе буду помогать, и мы сделаем его черным. А, вот так надо? Да. Только не вылазь за края круга. Хорошо. Ну, нормально. Потом мы его окультурим, чтобы он стал более таким цивильным. Нормально. Такой мишени нам вполне хватит. Но мишень мишенью, а нам не помешало бы, чем мы в нее стрелять-то будем. Дротиками. Конечно, можно из пистолета, но лучше дротиками, да? Да, лучше дротиками. Давай изготовим дротики. Для этого нам понадобятся бумажечки. Какую будешь? На тебе голубенькую бумажечку. Нет, вот, смотри, сынок, складывай ее вот так. Так. Уголочек к уголочку. Так. Так. Да, теперь смотри, надо развернуть и сложить поперек. Сложить вот так. Да. Давай, поперек складывай и тоже так разравнивай. Так. Смотри, у тебя должна получиться вот такая фигура. Видишь, да? Да. Вот теперь надо взять так же, как папа, двумя пальчиками и приминать уголки, чтобы получилась вот такая фигура. Смотри, надо вот так вот сложить. Смотри, вот так вот я взял. Вот так вот я взял. Смял ее. Вот, смотри. Что-то получилось. Вот, да. И теперь бери вот эти хвосты и складывай. Вот и так вот. У меня только они ровные. А ты выровняй, выровняй их, разверни и сделай так, чтобы было ровно. Слишком крыльями. Давай, старайся, сынуля, старайся.
Ну, давай, поживее. Так, о, теперь о. Вот, теперь все пальчиками разравнивай, утаптывай. Нормально. Для тебя пойдет. Так, теперь берем вот так вот нитку с иголкой. Ой, сейчас, сейчас. Вот. Вот, на, бери нитку с иголкой. Ну, бери, бери. И надо проколоть вот здесь, вот изнутри иголку вколоть. Давай покажу, как надо вколоть. Смотри. Вот так вот берешь. Вот так вот. Вот раз. И проколол дырочку. До конца можно не проводить и вынешь. На. Разверни, разверни, чтобы проколоть. Разверни и прокалывай дырочку до конца. Так, все. Ну, вынимай целиком иголку, вынимай. Вынимай, вынуть ее надо. А теперь хитрая операция. Надо, смотри, надо взять жопку иголки и не с этой стороны, а с этой стороны вот так вот ее засунуть в эту дырочку. Сможешь? Смотри, чтобы получилось вот так вот, чтобы ниточка была с этой стороны. Понятно? На, попробуй. Так, сейчас иголку намоталась. Давай, давай. Ой. Задница, иголочья. Да. Так, чтобы острие и нитка были с одной стороны бумажки. Вот. Хорошо. И... отлично. А теперь надо взять вот так вот спички. Вот смотри, вот у нас бумажка, здесь у нас торчит иголка. Давай сделай вот так вот, чтобы она... Угу. И смотри, спичечками надо будет выложить вот так вот, в каждую вот эту вот дырочку, щелочку... по спичечке. И пальцами их вот так вот держать, тогда вот получится вот так. Понял? Давай, да. Пробуй. Так. Ой, иголочка. Укладывай. Ничего, ничего. Иголочка никуда не должна деться. Так. Давай, давай. Давай, давай, собирай все так, чтобы пальчиками можно было держать. Ой, давай, давай, давай. Давай, давай, старайся. Без психа, только без психа. Только без психа. Вот, мишень у нас вот такая уже хорошая. Ну, как там дела? Пока никак? Давай! Ура, 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 ура. Так, и теперь берешь ниточку. Вот эту ниточку бери. И мотай прям под пальцами. Под пальцами. Не на пальцы, а под пальцами, да. Туго мотай, хорошенько прям. Туго-туго заматывай. А рот можешь закрыть. Туго-туго сматывай. Хорошо, хорошо. Молодец. Молодец. До конца можно? До конца. Надо сильно-сильно замотать все, чтобы иголочка там плотно держалась. А то... стрибай иголкой. Так. Кончик оставь, оставь кончик. Так, давай сюда. Смотри, а кончик надо вот так вот между спичечками... вот между спичечками взять и заправить. Так будет держаться. Ну, ничего. На первый раз твой дротик потянет. Ну, на самом деле, у тебя должно было получиться нечто вот подобное. То есть, мы туго-туго сматываем спички так, чтобы они удерживали иголочки. И у нас получаются шикарные вот такие вот дротики, которыми можно пулять в нашу импровизированную мишень. Давай ее поставим. И ты сейчас, сына, у нас в эту мишень
своим дротиком и запустишь. И мы посмотрим, что из этого получится. Отходи чуть-чуть хотя бы на один шаг и кидай. Вот, смотри, сынок. Вылазь, вылазь из-под стола. Вот, еще эту мишень можно было разукрасить в разные цвета. И тогда бы она была вообще вот такая вот замечательная. И можно и играть. Брать вот так вот. А так вот. И пулять в нее нашими самодельными дротиками. Раз. Раз. И класс. Вот таким, да. Два. Ну что, сынок, класс? Можно играть? Да. Ну, а дротики мы еще поучимся делать. И у тебя все получится.